со вчерашнего дня у нас снег все собирается, собирается, да собраться не может. И вуаля, все-таки к середине дня, субботы, 8 числа февраля, у нас первый снег в Анапе. Первый. Все, она подождала снежочек. Температура воздуха всего где-то минус 2. Первый снег в Анапе в феврале месяце. Жалко, конечно, что этого снежного чуда не произошло к Новому году, а уже только в феврале, но все равно очень такое сказочное сразу настроение. А уж как детки радуются.